Доброе утро, страна! Утро у меня сегодня красное, ягодное. Сегодня с утра я буду перебирать клюкву, которую мы собрали на Тверских болотах. Здесь где-то ведро. По времени я не знаю, сколько это займет. Видите, какая у меня ягода? Встречается еще и хвоинки, и соринки. И мох. Сейчас я ее переберу, а потом прокручу с сахаром. Вот так мой день начинался. А как закончится, посмотрим дальше. Вон даже я вижу от сосны иголочки. Клюква у меня много. Клюква чистая, здоровая. Экологически чистая. Вот. Клюквы было в этом году много, вернее в том. А в этом посмотрим. Сколько снега, столько и клюквы. Ну, начну перебирать. Так, одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, как в сказке, а четвертая мерещится. Вот так я буду перебирать все-все эти клюквы. Я уже промыла. Сейчас вода стечет, и я ее немножко обсушу и прокручу в комбайне, а потом добавлю сахар. А вот это целое ведро еще ждет своей очереди. Мне надо будет ягоды промыть, и после этого только я буду их прокручивать. Сейчас достану комбайн. Наконец-то ягоды. Вот в этом ведре у меня ровно 4 килограмма. И я сюда добавлю 5 килограмм сахара. Вот. Сахар я вот сюда уже положила. Вот, видите, какая консистенция получилась. Теперь надо мешать. А вот здесь вот, вот еще я не размешала. Буду сейчас размешивать. И еще сюда надо добавлять, забулькал, сахар. Так, сейчас я еще добавлю. Вот такой сахар я купила. Здесь в этом пакете 5 килограмм сахара. Не знаю, первый раз взяла городейский какой-то сахар. Кто производитель? Так. Гордея, Минская область, белорусский. Но сахар чистый, вот довольно-таки экологически чистая упаковка. Хороший сахар, мне понравился. У нас 220 рублей стоит в магазине. Вот я еще добавила. Сейчас буду размешаю все. Оставлю на ночь. Утром еще помешаю. А потом разложу в стерилизованные банки. Какой цвет красивый будет. Надо, чтобы сахар весь растворился. Как раз он за ночь у меня. Ну, буду помешивать, пока спать не лягу. Вот. И в ведре. Вот сколько. В общем, на 4 килограмма я положила 5 килограмм сахара. Еще можно добавить сок одного лимона выдавить. Сейчас у меня есть как... Ой, не лимон, а апельсина. Сок одного апельсина. Палец измазала, бяка-бяка. Потому что надо взять другую ложку. Так, руку. Сейчас помою. Сок одного апельсина. И как раз будет очень вкусненько. Вот сколько получилось у меня клюквы, протертые в сахаре. Вот какие баночки красивые. А это вот можно попробовать.
Ну-ка, видите, какая консистенция? А вкусная-привкусная. На хлеб намазывать, к чаю. Угу. Вкусняшка.